какая-то пробка в Краматорске. Через весь город тянется практически. Уже час проезжаю город. Явно что-то произошло. И тянется далеко, конца не видно абсолютно. И светофора поблизости нет. Едем по 2-3 метра и становимся. Движение практически парализовано. Вот эта поездочка выдалась. Многие пытаются развернуться, но мне без вариантов, надо ехать. Немножко дверняк пошел. И все, стали. В общем, ДТП. Грузовик въехал в легковую. А сейчас еще троллейбус пытался все это объехать и тоже стал. Зажали с двух сторон. Кто знает подробности, напишите, пожалуйста, как это произошло.